Так, всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба привет. Сегодня у нас 10 февраля. Была собрана у нас качель. Качель у нас стоит на даче клиента. Длину качели у нас чуть больше 2 метров. Высота козырька тоже комфортная. Головой не стукаешься, не задеваешь. Сам каркас, основные элементы сделаны из трубы 25 на 50, элементы крыши из трубы 25 на 25, поликарбонат серебристого цвета. Все это дело покрашено полимерно-порошковым способом, светло-серый цвет. Лавочка оббита досками шлифованными, пропитанными специальным антисептиком с подкрашивающим эффектом. Всем доброго дня! Сейчас мы посмотрели видео, как выглядит качель садовая на участке и какие ее преимущества. Теперь посмотрим основные преимущества уже крупным планом. Значит, первая лавка. Основание изготовлено из трубы 20 на 40. И сверху лежит доска 40 на 150. Она закреплена с помощью самореза в пятерке. Крепкие очень саморезы. 5 на 70. Доска обработана антисептиком. Можно потом красить сверху любой эмалью хорошего качества, любой цвет. Лавка, значит, у нас закреплена вот такое кольцо М8. Шайбы, гайки. Потом, значит, карабин. Цепь. Сверху также карабин. Вот это кольцо уже вварено у нас в верхнюю перекладину на всю длину. Цепь идет длиннее на 10 сантиметров. Для чего? Чтобы можно было длиннее и короче делать ее ниже, выше. Каркас состоит из двух половинок. Вот цельносварная торцевая часть, изготовленная из трубы 25 на 50. Верхняя часть тоже вся разборная. Труба 25 на 25. И сама штанга 25 на 50 на ребро. Соединяется все это болтами М8. Посмотрим сверху. И покрывается сотовым поликарбонатом в цвет. Ну, серый цвет, вот самый серебристый, это оптимальный цвет. Покраска каркаса. Светло-серый цвет, примерно порошковым способом. Можем красить в любой цвет, какой пожелает заказчик. Такая мощная конструкция. Заказывайте, не пожалеете. Помимо качели, у нас также имеется лавочка. Лавочка в общей стилистике с качелью. Тоже труба светло-серого цвета покрашена полимерно-порошковым способом. Доска с пропиткой, шлифованная. Вот так это все выглядит. Ну, на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!